Здравствуйте, в студии Елена Красовская, в эфире «Сводка новостей». НАТО поставляет оружие ИГИЛ через каналы в Болгарии. В соответствии с данными разведотрядов сирийских курдов, которые действуют в приграничных с Турцией районах, командование войск НАТО в Европе проводит секретную операцию по доставке оружия и боеприпасов через Болгарию в Турцию для вооружения не только группировок так называемой «умеренной оппозиции», а также ИГИЛ. В частности, с конца сентября на начало октября из Болгарии в Турцию были перенаправлены конвои с боеприпасами, стрелковым оружием и запчастями для артиллерийского оружия. Оружие отправлялось из городов Сапот и Казанлык.